Участники мероприятия, представители клуба «Диалог», местных органов власти, общественных объединений и организаций, а также молодежь областного центра. На повестке дня тема дружбы народов как залога сохранения мира и стабильности на земле. Сегодня у нас тема «Дружба народов, залог мира и стабильности на земле». Мы будем вести разговор о принятии Конституции 15 марта 1994 года была принята первая Конституция Суверенной Республики Беларусь. Это символ белорусской государственности. Это фундамент политических, экономических и социальных отношений, где записаны права и обязанности граждан. Инициаторы встречи подчеркивают, обсуждение таких тем с подрастающим поколением – важная составляющая в деле воспитания. Молодежь должна понимать, насколько актуальны в настоящее время вопросы сохранения мира, а также осознавать свою степень ответственности как в деле налаживания межнационального диалога, так и в деле укрепления позиций страны на международной арене. В день Конституции такие темы приобретают особый статус. Конституция – это правовая основа нашего государства. Это то, без чего мы не можем существовать как государство, как организованная система. И именно сегодня мы должны говорить о нашей Конституции, о наших достижениях, достижениях нашего государства, социально-экономических, культурных, спортивных, иных. Очень важно, чтобы молодежь вот этот день чтила и относилась к нему с тем уважением, которое он заслуживает. Некоторым участникам мероприятия оно запомнится важным моментом – получением документов о принятии в ряды общественного объединения «Белая Русь», а также организации «Белорусский республиканский союз молодежи». Организаторы уверены, вручение членских билетов в день Конституции запомнится ребятам на всю жизнь. На самом деле есть понимание у молодежи, знают, что это государственный праздник. Вот. И, конечно же, понимают, что это основной закон Республики Беларусь, который нужно соблюдать. Очень приятно, что молодежь, скажем, разбирается в этом. Конечно, это знаменательный день, и именно то, что в день ребята получат членские билеты Союза молодежи, это останется в них памяти на всю их оставшуюся жизнь. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.